подарить. Что вы думаете по поводу такой рекламы? Очень оригинальная реклама, мне очень нравится. Запомните ее? Конечно. Просто вам запомнится эта реклама? Конечно, запомнится. А скажите, а чем именно? Эта реклама, она потрясающая. Люди реагируют на все дуже добре. Говорят, что что-то новое в нашей країні. А реклама вообще, она интересна, как вы думаете? Вы расскажете кому-то, что в такой рекламе участвовали? Расскажете про то, что вы видели друзьям? Интересно? Понимают, что происходит, подходят, спрашивают, что это как. Вы видели раньше такую рекламу, такого рода? А как вы считаете, она, ну, как по-вашему, она привлекает внимание? Вообще, такого же никто не бачив. Дуже, как бы сказать, раді цьому. Цікавляться дуже багато. Видели раньше такую рекламу? Вам запомнится наша реклама? Да. А что именно мы рекламируем? Мы просто хотели сделать интересную рекламу, в которой люди бы могли участвовать и им бы было весело. По-моему, у нас получилось. Они играют в интерактивную игру, и в которой они в главной роли. При этом это реклама, которую никто не распознает, но все этим делятся друг с другом, и мы много слышим, когда люди говорят: «А помнишь, я тебе говорил про эту штуку Ариэль, которая капсулами стреляет? Пошли попробуем». Мы рады. Надеюсь, рады все остальные. Надеюсь, будете рады.